каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Сегодня в Доме народного творчества прошло официальное открытие Года волонтеров и добровольцев. Форум прошел под эгидой Года добровольчества, объявленного президентом России с целью формирования общереспубликанской сети волонтеров в виде постоянно действующего республиканского штаба, содействующего развитию ТУВы, решения актуальных социально-экономических задач, стоящих перед республикой. В фойе развернулись презентационные площадки волонтерских организаций ТУВы, среди которых «Добрые сердца ТУВы», представители общественных организаций республики, а также «Волонтеры Победы». Я представляю движение «Волонтеры Победы». Мы в основном занимаемся тем, чтобы воспитать в молодежи патриотизм. Также мы проводим различные беседы с ветеранами. Мы приглашаем всех в наше движение, чтобы не забывать о ветеранах и не забывать о том, что существовала Великая Отечественная война. Волонтеры-медики представили на своей площадке набор фиточаев из тувинских трав. Мы тут измеряем артериальное давление всем желающим, а также мы учим пеленать детей будущих наших всем желающим. Также у нас есть фиточаи, которые вы можете пойти и попробовать. Это травы тувы чистые, это нигде нет их. После презентации начал работу республиканский штаб волонтеров, в задачах которого избрать руководителя из совета штаба, а также составление единого республиканского реестра добровольцев ТУВы. Сегодня начался судебный процесс по факту убийства семьи из Абдувурака. На скамье подсудимых родные сестры, жительницы этого же города. Напомним, 4 марта 2017 года при тушении пожара в одной из квартир города Абдувурака были обнаружены тела 35-летних супругов с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Кроме того, в ванной комнате с признаками утопления в воде обнаружены тела двух малолетних детей супружеской пары. Установлено, что к совершению преступления причастны родные сестры в возрасте 26 и 20 лет. Судебное заседание проходило в открытом порядке, однако зал суда не вместил всех родственников и друзей погибшей семьи. Сестры обвиняются в совершении нескольких преступлений, среди которых убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. Как такие люди могут потом жить на свете? Если им дадут небольшой срок, где гарантия того, что они потом не совершат такой же поступок? Какие родители воспитали таких жестоких людей? Я думаю, что людям, которые убили маленьких детей, нужно дать пожизненный срок. Единственное желание, чтобы им дали самое высшее наказание. В ходе заседания судья разъяснил сторонам их права и обязанности. Также было рассмотрено ходатайство со стороны защиты о проведении судебного процесса в закрытом порядке в связи с угрозами жизни подсудимых. Суд, выслушав доводы, постановил, что судебный процесс также будет проходить в открытом порядке. Следующее заседание по этому громкому делу пройдет 10 апреля текущего года. Тувинский эко-клуб «Синяя птица» победил в конкурсе плакатов «Сохраним Кабаргу вместе». Клуб друзей Всемирного фонда дикой природы и заповедника Упсунурская котловина «Синяя птица» принял активное участие в межрегиональном заочном конкурсе на лучший экологический плакат «Сохраним природу Алтая-Саян». Организаторами конкурса выступили Алтая-Саянское отделение Всемирного фонда дикой природы и государственный природный биосферный заповедник Катунский. В изготовлении конкурсного плаката «Сохраняя Кабаргу, сохраняем Ирбис» принимали участие около 100 учащихся 7 классов. Ребята в первую очередь акцентировали внимание на незаконный вид охоты с петельным промыслом, и зачастую в такие петли попадаются и снежные барсы – вид, находящийся под угрозой исчезновения во всем мире. Разделившись на небольшие команды, школьники рисовали рисунки и даже сочиняли стихи в стиле рэп. Готовый плакат был вручен сотрудникам Тувинского госкомохотнадзора.
После жалобы жителя Тувы Банк России оштрафовал страховую компанию на 100 тысяч рублей. Автовладелец обратился после того, как ему навязали дополнительную страховку к полису ОСАГО, сообщает пресс-служба отделения Национального банка Тувы. Отмечается, что закон о защите прав потребителей запрещает в качестве условия приобретения одной услуги навязывать другую, а кодекс об административных правонарушениях устанавливает штраф за навязывание дополнительных услуг. Если страховая компания вынуждает заключить дополнительные договоры добровольного страхования, нужно обращаться в Банк России, говорится в сообщении. К обращению нужно приложить доказательства, аудио- или видеозапись, а также показания свидетелей. Если автовладелец приобрел навязанную страховку, то нужно помнить, что у него есть 14 календарных дней, так называемый период охлаждения, в течение которого он может обратиться в страховую компанию, заявление составлено в свободной форме, в течение 10 дней страховая компания должна рассмотреть заявление и вернуть деньги. Если сайт страховой компании не работает дольше, чем 30 минут в сутки, следует сообщить об этом в Банк России. О регламентных работах на сайте страховщики обязаны предупреждать за сутки. Проводить их можно раз в месяц. Дмитрий Миллер, Александр Носик, Анна Невская, Игорь Ливанов и Екатерина Волкова в музыкальной комедии Максима Дунаевского «С любовью не шутят» 20 марта в Национальном театре. Муниципальный жилищный фонд города Абакана поздравляет всех с праздниками и дарит скидку на готовые двух- и трехкомнатные квартиры по адресам Дзержинского 187 и Жукова 89. Скидки до 200 тысяч рублей. Подробности в офисах продаж. Абакан, Советская 48 или по телефону 285-409. Акция действует до ее отмены. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию 10 на 10 за 10. За М10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было. Попробуй сытный и по-домашнему вкусный обед в Горыныче. Каждый день новое меню. Приходи на бизнес-ланч с 11 до 15 часов. Кормим за считанные минуты. Титова 57, телефон 30313. Тринадцатого марта в полицию города Чадан обратилась женщина, являющаяся продавцом одного из магазинов. Она сообщила, что неизвестная женщина, расплатившись за продукты питания купюрой достоинством 5000 рублей, которая не является платежным средством, то есть билетом банка приколов, получила сдачу в сумме 2600 рублей. То, что купюра не настоящая, продавец заметила только после ухода женщины из магазина. В настоящее время сотрудниками межмуниципального отдела МВД России Дзухемчикский проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. МВД по Республике Тыва предупреждает граждан быть предельно внимательными при расчетах купюрами. Оборот фальшивых денежных знаков, в том числе бумажных сувениров в виде купюр, возможен в мелких торговых точках, предприятиях общественного питания, такси, а также на рынках. Чтобы обеспечить себя от неприятных инцидентов, представителям торговых организаций Министерство внутренних дел Республики рекомендует приобрести и использовать специальные детекторы. Не лишним также будет установить в организации камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать все, что происходит в торговом помещении. Также при обнаружении подозрительной банкноты ни в коем случае не следует пытаться избавиться от нее путем совершения расчетных операций. Нужно незамедлительно обратиться в полицию. Накануне состоялось республиканское собрание для родителей и законных представителей девятиклассников по подготовке к государственным экзаменам 2018 года. Собрание состоялось в режиме видеоконференц-связи со школами районов. Заместитель регионального министра образования и науки Елена Хардикова представила информацию о количестве учащихся, сдающих экзамены в текущем году, и о выбранных ими предметах, а также проинформировала о готовности всех 27 пунктов проведения экзаменов, которые будут задействованы во время основных. Руководитель регионального центра обработки информации Ирина Сарагашева рассказала о сроках тренировочных мероприятий в рамках подготовки к государственным экзаменам 9 классов и о том, что результаты не влияют на выставление итоговых оценок и допуску государственной итоговой аттестации.
Совсем недавно по адресу Семирадского, 60, на остановке Кожзавод открылся супермаркет с множеством товаров различного пользования. Чего здесь только нет. Здесь вы можете по минимальной цене приобрести как женскую, мужскую, так и детскую одежду на любой вкус и бюджет. Но главным ассортиментом магазина являются, конечно, продукты питания. Это и еда быстрого приготовления, которая так незаменима и представлена по доступной цене. Рыбная и куриная заморозки, консервы, различные сорта чая, конфеты и печенье в огромном ассортименте для любителей сладкого. Также представлена разнообразная молочная продукция в отдельной холодильной витрине. Но это еще не все. Главной особенностью супермаркета по Семирадского, 60, является проведение дегустации товаров, продуктов местных производителей, которые имеются в продаже. Вы спросите, зачем? Конечно же, чтобы покупатели могли оценить вкус и удостовериться в качестве товаров. Мы проводим дегустацию продуктов от местных поставщиков. Наш магазин представляет мясные полуфабрикаты и предлагает попробовать их на вкус. На вкус желающих продегустировать продукт были представлены мясные полуфабрикаты, пельмени, манты от местных производителей. Очень вкусное мясо, прямо все есть, по-моему, говядина и свинина. Тесто сделано качественно, не на воде, чувствуется яйцо. Ну, тесто хорошее. Ну, вообще-то мне все понравилось. Молодцы. Вкусно очень. Спасибо. Проводилась также дегустация продукции компании «Вавиол» – мед с кедровыми орешками, с брусникой или классический ароматный мед, а также разнообразие иван-чая с разными добавками и вкусами, с ароматным лимоном, с черникой или розой, а также с чабрецом, имеющий бодрящий вкус. Впрочем, перечислять сорта чая можно до бесконечности. Фиточаи, мед, косметику вы можете приобрести по адресу Чульдун, 44. Фиточаи не содержат ароматизаторов, вкусовых добавок и красителей. В прошлом году начали работать с медом. Добавили в него бруснику и кедровые орешки. Получилось вкусное и полезное лакомство. Нашу продукцию любят приобретать гости и жители Тувы. Дегустация для Кызыла в новинку, однако супермаркет по Семирадского такой не один. Дегустировать и пробовать продукт на вкус и качество вы можете в магазине номер 19 по адресу Ровенская, 3. Подробности проведения пробы товаров узнавайте у продавцов-консультантов. Внимание! Впервые народные деньги объявляют акцию 10 на 10 за 10. Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в народные деньги. Такого еще не было. В ближайшие сутки по республике ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12. В Кызыле небольшая облачность без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 16, минус 18 градусов, днем минус 1, плюс 1. На дорогах гололедица. Внимание! Впервые народные деньги объявляют акцию 10 на 10 за 10. Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в народные деньги. Такого еще не было.